Что случилось? Что случилось? Когда документы обратно. Почему у вас пленки есть? Пленки почему? Руки уберите, пожалуйста. Документы. Документы дайте ваши. Какие документы? Какие тоже документы? Ты мне дай свои документы. Вот, это законы показать? Да, покажи, выйди сюда. Че? Документы покажи сюда. Тори. Чего он сказал? Чего он сказал? Где он, документы? Okay. Военный, где мы? А чего он сказал? Сюда выйди, где? Пойди другой. Документы. Развернутом виде удостоверение. Покажи мне. Да. Принеси сюда. Чего это должен поносить? Правила учи. Правила? Я лучше тебя знаю правила. И лучше меня знаешь? Развернутом виде удостоверение. Иначе я сейчас уеду отсюда. Не сможешь это, да? Тут, показываешь удостоверение, да или нет? Удостоверение показываешь, да или нет? Показываю. Покажи. Удостоверение, товарищ, ты инспектор, нет? Куда подойти? А я вообще здесь, чё? Где он? Дай ручку, готовь ручку и бумагу. Нет. А где он с ручкой? Он уже звонил Артёму. Она не пишет, по-моему. Дай ручку сюда и надо. Бумагу пойдёт. Дай папе тетрадку. Папа, поинцесс её! Извини. Валяйкум салам. Документы, пожалуйста. Ваши документы. Мои документы? Так точно. Удостоверение инспектора? Так точно. Никаких вопросов. А почему вот этот инспектор не показывает свое удостоверение? Он зачем меня остановил? Зачем он нервничал? Ну просто вот уже за одни сутки уже третий раз. Вот так. Где мое удостоверение? Командир автомобильного взвода, старший прапорщик Рамазанов. Прапорщик Аликачиев, вот, пожалуйста. Что вы хотели от меня? Вот мои документы. А, подождите, хорошо. Подождите, я запишу ваши данные. Запишу. Я запишу. Для чего? Потому что вот Хасавюрты остановили. А? Взяли документы, 3 часа ждал. Пока просто взяли документы. Я же не Хасавюрты нахожусь. Документы пока. Я же нужен на вас жаловаться. За что это? Ну, за что остановили? Просто так? Я не пойму ваши эмоции, ваши. Это вот остановил человек. За что он меня остановил? Голос не повышай, пожалуйста. Ну просто обидно, за что он меня остановил? А что, инспектор ДПС не имеет права остановить? Он инспектор? Да. Пускай удостоверение хотя бы покажет. Папа. Ты что такой нервный? Ну просто уже третий раз, понимаешь, третий раз. Я 3 часа ждал с ребенком, ждал. Брат мой, я 3 часа. 3 часа. Не держал. Предъяви, пожалуйста, на право управления транспортным. Я не записал ваши данные. А зачем вы должны мои данные записывать? А на кого я должен жаловаться? Если вы возьмете... Зато каждый инспектор, который остановит транспортное средство, на него жаловаться должен. Почему не жаловаться? Может, я одобрительное письмо на вас напишу? Не надо, спасибо. Когда заслужил, мы даже не написали одобрительное письмо. На, вам я дам. Вам я дам. Пожалуйста, вам я дам. Пожалуйста, возьмите. Я такой же командир взвода, как и вы. Пожалуйста, вот хочешь, удостоверение возьмите. Обидно, 3 часа просто так ждали. 3 часа. А что,
проблема? Показал бы так документы. Почему не показывают? Просто вопрос. Я ему говорю, что зачем ты меня остановил? Для проверки документов имеет полное право. А нужно представляться. Ну, да представляться. Нет. Вообще ноль. Хотите видео посмотрите? Утверждает, что вы представили. А может, его не так зовут? Здравствуйте. Капитан полиции Мерзаев. Что случилось? Вот этот, он, кто у вас, вот этот человек? Инспектор ДПС. Почему он не показывает удостоверение свое? Покажи свое удостоверение. Не показал он. У меня видео стоит, как он показал. Я же вам показал. Вот этот человек преподал. Но он не показал. Он остановил для проверки документов. Он а теперь вопрос. Меня. Простой, человеческий, он имеет право остановить для проверки документов? Да. Ну, давайте не будем спорить друг с другом. Я командир автомобильного взвода. Юридическое образование. Юридическое мне образование. Я знаю, Москва. За что останавливаться. Вот, ну, вот так спокойно предъявил документы. Вот вам, да, пожалуйста. Вот, потому что этот человек адекватный. Вопросов. Вот тот человек неадекватный. Не, я смотрю, вы возмущаетесь. Где-то тем более сотрудничество. В Хасавюрте остановили 3 часа с ребенком. Взяли документы, ушли. Просто ушел человек. 3 часа. Просто ушел. Мотивация. Ноль. Обесценение ноль, да? Ноль! Вернул, извините за задержание. Но это разве отношение? Ну я ему говорю, если ты где-то сорвался, смотри, ты зачем ты так вот там так получилось, да. Вам надо было там пожаловаться. А здесь на ребята. Я на него я буду наоборот одобрительное письмо напишу. А на этого инспектора просто жаловаться хочется. Зачем? Ну человек остановил. Для чего? Зачем? Представиться, подойти и сказать. Вот у вас пленка, давайте причина будем померять. Вы законы изучаете или что? Вот на пешеходном переходе что стоит машина? Сейчас. Она разберется, что он там ее поставил. Товарищ капитан, я имею право ехать. Конечно. Дай вам Бог здоровья. Вы не нервничаете. Хорошо. Просто хорошо. Если там где-то кто-то неправильно поступил, вы не подумайте, что все... Нет, все я знаю, я такой же, я знаю, я понимаю все, все стерплю. Но когда человек хотя бы элементарные законы не знает, я ему подарить 185-й приказ подарите ему, пожалуйста. Я вас научу. Научиться. У нас свои приказы тоже есть. Ой, спасибо.